Если любите кавказские блюда, то вам наверняка знакомо такое блюдо, как долма, или толма. В этом рецепте я расскажу вам, как приготовить долму из виноградных листьев по-армянски. Попробовать стоит. Если хотите порадовать своих близких на ужин, приготовьте долму, они обязательно останутся довольными. Это удивительно простое и полезное блюдо. Мясная начинка может быть сделана из баранины, если любите, или смешайте говядину и баранину. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Продукты и их количество. Далее. Соль 5 грамм. Перец черный 5 грамм. Лук 2 штуки. Рис 100 грамм. Говядина 500 грамм. Листья винограда 60 штук. Специи 1 чайная ложка. По 1 чайной ложке паприки, молотого кориандра и корицы. Чеснок 3 зубчика. Количество порций 8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова.